В США приняты беспрецедентные меры безопасности перед визитом Папы Римского Франциска. Понтифик планирует посетить Америку с 22 по 27 сентября. Ожидается, что визит Папы состоится накануне 70-летнего юбилея Генассамблеи ООН. Празднование будет проходить в Нью-Йорке, в штаб-квартире организации. В масштабном мероприятии примут участие главы 170 государств мира. То есть в это время в Нью-Йорке будут находиться более 90% мировых лидеров. Как заявили в полиции, правоохранительные органы готовы предотвратить любые ЧП. Помогать им будет около 50 агентств, в том числе и ФБР. Подобных мер безопасности Нью-Йорк не предпринимал никогда прежде.